Ну, звучит очень красиво, но для меня непонятно. Я английский не знаю. О чем эта песня? О любви к Богу. О том, чтобы все люди поклонялись Богу, любили Бога. О взаимопонимании между Богом и людьми. Ну, музыка, как известно, и пение объединяет. Что вас объединило вот в эти весенние каникулы, и где вы побывали? Мы побывали в Нижнем Новгороде, но, по-моему, нас объединило одно, то, что мы хотели узнать, во-первых, об этом движении, во-вторых... А что это за движение? Извините, что перебиваю. Это движение объединения, и нам было интересно узнать, какие идеи они несут с собой. О чем они вообще пропагандируют? Много было ребят, вот проводил, о чем говорили в основном? Ну, проводили занятия представители объединения, вот, движения объединения. Это люди из Европы, Америки. То есть представляющие эту миссию, да? Да. Они... Ну, был, правда, переводчик для тех, кто особо не понимает английского. Ну, мне с чисто практической точки зрения, что вы вынесли вот из тех лекций, из тех занятий, которые были? Кто может ответить? Что это вам дало? Не просто же вы там отдыхали, не просто провели каникулы, а все-таки у вас что-то осталось? Мы узнали о существовании нового движения объединения, о котором раньше мы не знали, о том, что существуют такие люди, мунисты они называются, они считают, что... Мун – это пришелец от Иисуса Христа. Это кругозор увеличило наш. Нам рассказывали, во-первых, не только говорили о Библии, как о законе жизни, но и Библию, во-первых, трактовали совершенно по-иному, не так, как традиционная трактовка. Вот. Но рассказывали также о семье, вот, о браке, о значении любви, вот, вот, в семье и в браке. Об истинной любви к Богу. И вот действительно Катя говорила, что там в этом движении есть представители практически всех религий мировых. И христиане, и мусульмане, и другие. Мне кажется, что это движение ставит перед собой цель научить нас жить в согласии с самим собой. То есть чтобы внутренний мир наш был идеальным таким. И тогда мы сможем общаться с людьми, у нас будут отношения построены на взаимопонимании и любви к друг другу. А как вы думаете, для чего нужно людям, которые живут благополучно в Европе, миссионерствуют вот у нас здесь, приезжают к нам в такую запущенную страну и в экономическом плане, ну и где-то и в духовном. Для чего им это нужно? По сути дела, от благосостояния это не зависит. Все зависит от духовности человека. Вот. И они стремятся к, ну, к духовному миру полностью, именно вот на всей земле. И, по сути, вот приехали проповедовать именно вот эти вот моральные принципы, чтобы все изменилось вот в лучшее. Ну, такая вот основа. Что дал этот семинар детям? Я считаю, что очень много рационального в этом движении. И, в общем-то, для ребят была большая польза послушать все эти лекции и все их принципы. В принципах очень много разумного. Они проповедуют любовь к ближнему. И причем главным принципом в этой любви они считают, что любовь нужно отдавать. Вот в чем истинная любовь. И в то время, когда у нас сейчас и экономическая разруха, политическая нестабильность, и молодежь-то наша, в общем, она концентрируется на коммерции, на прибыли, и лозунги уже такие стали появляться, что, конечно, является пагубным для подрастающего поколения. И услышать столько много добра, и столько ласковых улыбок, и доброжелательности почувствовать в отношении себя, было очень приятно, конечно. И мы уехали самыми теплыми воспоминаниями оттуда. В основе их религии объединения лежит три принципа. Это воспитание самого себя, то есть создание идеального человека, причем через самоусовершенствование. Это очень хорошая мысль, я думаю. Также через идеального человека нужно создавать идеальную семью. Направленность это тоже очень благоприятная для ребят. А через идеальную семью будет создана идеальная нация, которая нас приведет к идеальному миру. Когда мы на семинаре учителей собирались в одной комнатке представители различных стран мира, там были представители Норвегии, Исландии, Америки, Суринамы,
Австрии, Германии, Японии. То Японии, то как никогда мы почувствовали, насколько мы, в общем-то, близки друг другу. Несмотря на то, что разные очень, да? Несмотря на то, что из разных стран, никогда не виделись, разные веры у людей, разный политический строй. Но, тем не менее, мы все люди, и действительно, они правильно говорят, все мы, в принципе, нуждаемся в любви, и нам необходимо всем любить кого-то. И, конечно, любовь к человеку должна быть первостепенной в жизни каждого. Именно мы должны стремиться, в какой-то степени это очень рационально, бескорыстно любить. Мы должны друг друга любить, именно стараться делать добро. Ну, вот сейчас закончится отснятый нами материал вот здесь в классе, а в студии мы будем встречаться с Халвором Иверсоном. Что бы вы хотели ему сказать сейчас? Мы бы хотели пожелать ему, чтобы его миссия в нашей стране не была бесплодна для него. Надо сказать, что они очень самопожертвованы в своей работе. Мы получали большое удовольствие от высокого профессионализма их труда. Они очень разносторонние люди. Они прекрасно владеют словом. Они артисты. Они прекрасно поют, играют на гитарах. И в этом плане они были для нас образцами, для подражания. И нам было просто с ними приятно работать, потому что все это было сделано качественно, продумано. И мы желаем, чтобы те зерна, которые он сеет в нашей стране, зерна любви, они, конечно, проросли и дали, в общем-то, хороший урожай. Ну вот, мы в студии сегодня встречаем наших гостей. И уже известные по высказываниям ребят, только что вы их видели, господин Иверсон, миссионер движения объединения в Рязани непосредственно, господин Джек Корли, лидер движения объединения в России, и помогать нам будет переводчик Алексей Губин. Итак, мы первый вопрос мне бы хотелось задать господину Корли. И все-таки тот вопрос, который я задавал ребятам, его повторить. Зачем вы в России? Почему вы решили, что Россия нуждается вот в таком движении, как ваше движение объединения? Yeah, first of all, I'd like to explain actually how we came here. Ну, прежде всего, я бы хотел объяснить, как мы попали сюда, как мы. In April 1990, the founder of Unification Movement, Reverend Sun Myung-moon, came with a delegation of 500 political and media leaders to have a conference in Moscow. В апреле 1990 года лидер движения, преподобный Сан Мьямун, он прибыл сюда с делегацией в 500 человек. Там были представители политических движений и средств массовой информации. And that time he met President Gorbachev and pledged his full support for the opening up of what was then, of course, the Soviet Union. И в это время он встретился с президентом нашей страны Михаилом Горбачевым, и он обещал ему помочь во всем, так сказать, во всех аспектах, в том, что открывается. And he felt, and many of us also who members of Unification Movement felt, that Russia has a tremendous potential
to be a leader in the world, not just to revive itself, but also to be a world leader as a nation. И многие члены движения, они уже тогда почувствовали, что у России есть возможность стать лидером мира, не только просто возродиться, но и стать лидером в мире. And actually, he felt he wanted to offer the opportunity, especially to the younger generation, to broaden their viewpoint or horizon. И особенно важного он чувствовал, что надо привнести вот это знание молодому поколению, чтобы расширить их кругозор, чтобы, так сказать, воспитать их в каком-то духе. So beginning in July of 1990, we began inviting students from different universities throughout the former Soviet Union to programs sponsored by what's called International Leadership Seminar programs. И с июля 1990 года мы начали непосредственно вовлекать студентов в программы, так сказать, называемые еще другими словами, международный семинар по лидерству. And from that time until now, we have had programs of various kinds for students, professors, teachers, pupils for a total of 55,000 people throughout the whole of the former Soviet Union. И с этих пор мы, так сказать, у нас были семинары для различных категорий, там и для учителей, профессоров, для студентов, и в общем-то через наши семинары в общей сложности прошло 55,000 человек. And that included also a program for the first year. We had a program to invite 3,500 students to America for 10-day seminars. И кроме того, в начале этой программы, в течение первого года, мы пригласили 3,500 студентов на 10-дневный семинар в Америку. And our concern is that, you know, Russia naturally is very rich. Russia is, geographically, it's one of the largest countries in the world. In terms of its resources, it's one of the richest countries in the world. And also, the Russian people have a great intellectual and cultural resource. И наше мнение таково, что Россия — это очень естественно богатая страна, она богата своими ресурсами, это географически очень большая страна. И кроме того, Россия, она как раз очень, помимо того, богата интеллектуальными и культурными своими ресурсами. And our firm belief and firm conviction is that the future of a country is not decided by its geographical size or natural resources, but by the quality of the people. And in this respect, we have a tremendously optimistic feeling about the future of Russia. И наше такое твердое убеждение заключается в том, что будущее России, оно не определяется ее географическим положением и естественными ресурсами. Оно именно определяется людьми. И в этом отношении наши взгляды очень оптимистичны. So in short, we want to support that foundation. We want to, in our way, to help contribute to the development of such a future. We want to do our best to support this. Иными словами, мы бы хотели коротко так помочь России, установить такое основание для России, чтобы она смогла вырасти, чтобы она смогла преодолеть эти трудности. Господин Корли, если коротко, в чем суть вашего учения, той миссионерской миссии, с которой вы приехали к нам в Россию? Okay, the main task that we see ourselves is in the area of spiritual and moral education. Но главное, which is a very important area. Наша задача, она, так сказать, лежит в районе духовного и морального воспитания. In my experience of visiting different institutes and universities, I can see there's obviously there are economic problems, and also there is a limitation technologically in the area of education, but there is no need, this country doesn't need help from outside in terms of the quality of its education, like in terms of the scientific ability of its people, the intellectual ability. This isn't Russia, is a very high standard already. Я посетил многие институты в России, и я понял, что Россия, она, естественно, имеет определенные экономические трудности, определенные трудности образования, но Россия, как он понял, не нуждается в помощи именно в сфере науки, в сфере знаний, потому что Россия достаточно богата знаниями сама по себе. And I think the area that we feel concerned about is the fact that since the collapse of the communist system of government here, there is a sort of a vacuum has been created. And the danger that this country faces that without something to replace it in terms of like moral education, young people may find themselves drifting in a wrong direction, and this we feel concerned about. И наше мнение таково, что после крушения коммунистической системы в России образовался своеобразный вакуум
И поэтому, особенно в сфере моральности, и поэтому особенно молодежь, она нуждается в моральном образовании. Это наше такое главное мнение. So we, the unification principle teaches very basic points about the existence of God, the purpose of life and the purpose of history, and also emphasizes especially the importance of the family as the building block of a good society. Ну и движение объединения, оно как раз и учит в основном о цели жизни, о цели семьи, то есть учит она Богу, и, в общем-то, она подчеркивает именно значение семьи как такого основания, как ячейки общества. Господин Корли, вы уже определенное время работаете в России. Есть ли удовлетворение от этой работы? Did you get some satisfaction? Very much. Actually, I feel that people here, despite the history of official atheism, are deeply spiritual people, and I think have a great capacity to grasp spiritual concepts in a way that's unique even in among countries in the world. Ну, он очень, так сказать, удовлетворен положением в России, что, несмотря на атеизм, люди в России, они, у них есть очень большие духовные возможности, и благодаря им они могут охватить, так сказать, все эти духовные концепции. Also, I think that the circumstances in which people now find themselves, in some ways it has to be said that it's a humiliating circumstance, but sometimes a time of difficulty is also a time of opportunity, and I feel that people here really have a strong sense of the need for change, the need for something new. Он говорит, и с одной стороны, то состояние, в котором сейчас находятся люди, оно, с одной стороны, очень тяжелое состояние, может быть, даже унижение. Но с другой стороны, такое состояние — это и состояние какой-то возможности в жизни, и возможно, что люди, так сказать, должны чувствовать в себе возможности. And so I think that one difference between Russia and the Western countries is that Western countries have become very self-satisfied in their material life and therefore have lost the spiritual sharpness. Whereas Russia, again, because partly because of the circumstances and partly because of the nature of Russians, I think, they're much more sensitive to spiritual questions. Дело в том, что западные страны, они как бы замкнулись на своем экономическом, так сказать, самоудовлетворении и не очень-то беспокоятся о духовной стороне жизни. В то же время в России, частично благодаря тяжелой экономической ситуации, обстоятельствам, частично благодаря именно вот этой естественной духовной природе русских, у России есть очень именно большие возможности для духовного роста. So, in a way, many people have said to me, I've been living in Russia now for 2.5 years, many people have said, after some time you'll understand that nothing can change here. But the more I live here, the more optimistic I feel about the future. Because the more I come to understand Russia and Russian people, actually the more optimistic I feel about the future, despite every difficulty that is being experienced now. Он говорит, что я живу уже в России около 2.5 лет. И люди мне на протяжении этого периода постоянно говорят, ничего у вас в России не получится, никаких изменений не произойдет. Но чем больше я живу в России, тем больше у меня появляется оптимизм, тем больше я надеюсь на изменения. Ну, господин Эверсон гораздо ближе к нам в своей работе, к Рязани, работает в Рязанской области. Я бы хотел вас спросить, господин Эверсон, везде и всегда ли вы находите взаимопонимание у властных структур в каких-то организациях? I'm sorry, I didn't really understand the question. Do you find understanding from powerful structures? Yes, very much. I have been introduced to many people here in Rizan, and I had actually very good contact with the people that have been to the seminars, and also people that are in responsible positions in the city. Дело в том, я, в общем-то, так сказать, чувствую какое-то удовлетворение, потому что я познакомился с очень многими людьми и здесь, в Рязани непосредственно, и на семинарах. И кроме того, я познакомился с очень многими людьми, которые занимают ответственное положение. Я бы хотел спросить из рассказа ребят,
Я понял, что вот тот семинар в Нижнем Новгороде, это был первый этап своеобразного обучения. Что дальше? What else? What next? Well, we have a set of seminars. This was an introductory seminar, but the people that feel they want to continue, they can enter intermediate seminars or advanced seminars. Дело в том, что это был как бы семинар вводный, семинар первой ступени. Но люди, которые хотят продолжить образование, для них есть еще промежуточный семинар, так сказать, продвинутый семинар. There is actually quite a few things we would like to teach, and in an introductory seminar we have the opportunity only to touch different topics. И существует очень много тех вещей, которым мы хотели научить. Но вот именно на вводном семинаре мы как-то старались лишь затронуть основные темы. But on a local level we have already Sunday service and we have study groups. On Wednesday we have study groups in Club Straitly. And we also have a Sunday service at the same place on Sunday. And through this we would like to deepen people's understanding of what we have been introducing them to. Но здесь вот на местном уровне у нас также ведется работа, у нас проводятся воскресные службы и учебные группы, воскресные службы, естественно, по воскресеньям, и учебные группы по средам в клубе строителей. И вот именно через эту работу мы стараемся образовать людей уже глубже, непосредственно. Ну, вы каким-то образом думаете расширять аудиторию, которая бы занималась изучением сути вашего движения? I think it's a pretty natural process that when people get in touch with what you are teaching, many times the response is very positive, and people talk and goes from friend to friend, and we also try to introduce the main teachings through seminars and through lectures also locally. Ну, я думаю, что это естественный процесс. Дело в том, что люди, которые, они, в общем-то, сами получают что-то, затем они делятся об этом со своими друзьями, это передается, так сказать, от одного человека к другому. Ну и кроме того, мы, так сказать, представляем наши принципы в основном и на местном уровне через учебные группы. Через воскресный слух. Я хотел бы узнать, какова взаимосвязь между господином Корли и Иверсоном? То есть, как вы осуществляете координацию по всей России? Here in Russia we have representatives all the way from Kaliningrad to Kamchatka, from Murmansk to well, of course, in the former Soviet Union, down to Ashgabat. So we have actually people throughout the former Soviet Union in about 70 or 75 different cities. Ну, действительно, мы охватываем, наше движение охватывает, так сказать, регион, начиная от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Ашхабада. Практически в наше движение охвачено около 70-75 городов. So the all of the former Soviet Union is actually, for our purposes, divided into 10 different regions, and Mr. Iverson is working in what we call the Golden Ring, although I think officially Ryazan is not a Golden Ring city, but as far as our organization is concerned, we call it the Golden Ring area. Ну, дело в том, что все бывшие республики, они разделены на так называемые 10 регионов. И мистер Иверсон, он непосредственно, господин Иверсон, он работает с так называемым регионом Золотое кольцо. И, может быть, даже Рязани не входит в Золотое кольцо, но все равно это регион, так сказать, здесь все города вместе. And basically, each of those districts are pretty autonomous. Each of the, like Mr. Iverson and others, they make their own schedules and programs and so on locally. But for the sake of staff support during the spring, summer, winter, autumn breaks, we then combine different cities and work together to put on seminars like we had in Nizhny Novgorod recently. Дело в том, что главным образом каждый вот такой регион, он обладает своей автономностью, в общем-то, и разрабатывает свою собственную программу, свои собственные занятия. Но во время каникул, летних, весенних, зимних, мы, так сказать, центр в Москве, он оказывает поддержку и организует вот такого рода семинары как раз.
So myself, I actually work, I live in Moscow and travel quite extensively throughout the country, throughout the CIS and Baltics, and, you know, support in whatever possible way the work locally as well. И сам я живу в Москве, но постоянно путешествую как раз по городам России, чтобы и по городам СНГ, и по городам Республик Балтики, чтобы как раз оказать поддержку на местном уровне. But our greatest wish, I have to say, is that Russian people or people from the different republics take more and more of the responsibility, and that we as people from other countries can return to our own countries and leave with the Russian people or people from different republics, they should be responsible and continue вот, the work. Но и вот, так сказать, величайшее желание, оно заключается в том, чтобы люди из России, люди из других республик, они бы взяли ответственность на себя, и они бы, как миссионеры, как представители других стран, они бы могли покинуть страну, то есть уже ответственность на себя взяли люди из нашей страны. Our plan is not to stay here forever. I love this country very much, but I also have another country that I would like to live in sometimes. И говорит, я не собираюсь здесь жить всю жизнь, потому что мне очень нравится Россия, но кроме того, есть и другие страны, в которых я бы хотел провести определенное время. А есть надежда, что такие кадры среди наших соотечественников появятся? Yes, indeed. In fact, already many of the program, lecture programs in our seminars are now being done by Russians. И уже much more effectively, I might say, than us from abroad. Да, даже многие лекционные программы здесь, в России, уже разрабатываются русскими, и порой это даже намного эффективнее тех программ, которые разрабатываются за границей. I think there's no shortage of ability, of talent, of spirituality among people here. They can do the job better than anybody. Нет никакого так называемого, как сказать, ущемления таланта, индивидуальности и духовности людей, которые здесь, и у них есть возможность. I might want to mention that we already did programs where American students from Columbia, Harvard and Yale universities came to Moscow and St. Petersburg, and they attended programs, seminars, where the lecturers were Russian students. And the American students from these very high-level colleges were absolutely impressed by the ability of the Russian young Russian students to give the lectures, also the way they could present these ideals. Он говорит, вот жена ему как раз тут подсказала, что уже для американских студентов из ведущих университетов США, я не буду их сейчас перечислять, там из Колумбии, из Гарварда, была организована программа здесь, в Москве, и они когда приехали сюда, то лекции читали им русские, и они были поражены той возможностью, которую как раз имеют русские в этой образовательной сфере. Ну и, пожалуй, наверное, последний вопрос. Если у кого-то из телезрителей появится желание узнать ближе о вашем движении, познакомиться с вами, куда можно обратиться? Locally we have every Wednesday study groups in Club Строителей at 7 o'clock. На местном уровне у нас учебные группы в клубе строителей каждую среду в 7 часов. There we have some kind of introductory lectures where we go through the main points of what we will teach in the seminars. И там у нас в основном такие вводные лекции по главным тем пунктам, которые по главным темам, которые мы учим на семинарах. In addition to that, we have more like worshiping service at 11 o'clock at the same time in at the same place in Club Строителей. И в то же время у нас есть, так сказать, и уже молебная служба в клубе строителей тоже в воскресенье в 11 утра у нас проводится. Ну, я благодарю наших гостей за беседу, за то, что вы рассказали о сути своего движения. Я присоединяюсь к пожеланиям ребят и их руководителя, и чтобы те зерна духовного возрождения, которые вы посеете здесь у нас в России, дали хорошие всходы и хороший урожай. Спасибо вам большое.
Радио Рязанская студия телевидения. Мы продолжаем нашу программу. И у нас снова гости в студии, на сей раз заморский гость. Гость из Норвегии, представитель движения объединения, всемирного движения объединения Халвер Иверсон. И его переводчик Алексей Губин. Цель вашего приезда? What is the purpose of coming here? Well, first of all, I would congratulate all the women of Russia with a special day, especially women in Rizan. Прежде всего, мы хотим поздравить всех женщин с таким особым днем в Рязани, с днем 8 марта. Но не только у нас в Рязани, это международный день 8 марта, так что не только мы празднуем этот день. Итак, цель вашего приезда? What is your purpose of your coming? Well, I'm a member of the international unification movement. Он член международного движения объединения. We are working in most countries of the world, and now we have concentrated our efforts here in Russia for some time. Мы работаем вообще в разных странах мира, но сейчас мы именно сконцентрировали наши усилия на России. It began originally in 1990 with the founder of our movement, Reverend Sun Myung-moon, at many conferences here in Moscow. И началось это непосредственно в 1990 году, когда основатель движения преподобный Сан Мьянмун провел несколько конференций в Москве. Извините, пожалуйста, а почему именно в России? Why in Russia? Why is Russia? Yeah, because we feel that Russia is very much on a crossroad now. Потому что мы чувствуем, что Россия сейчас находится на перекрестке. Because the country is now more open, there will come a lot of good things and a lot of bad things into this country. Потому что страна стала открытой, и наряду с хорошими вещами, которые приходят, приходят и плохие вещи. So we hope very much that we can prevent all the bad things that are in the West to flood in over this country. И мы наша задача, чтобы вот как раз не допустить то, что плохое существует на Западе, чтобы оно наводнило Россию. А что именно плохое? What is bad? What is it? Well, I'm thinking of many problems that is in the West, especially things like free sex, moral corruption, destruction of the family. There are so many problems, actually, that are very, very difficult to Но мы, говорит, думаем о многих проблемах, а в частности, вот от такой проблемы, как свободная сексуальная распущенность, как разрушение семьи, порча моральных устоев. Вот это он имеет в виду в основном. Ясно. Ясно. Но порча, как это, что значит порча? What does it mean, the corruption of morality? And, Well, more and more we see that the relationships between man and woman doesn't have any system anymore, and because of that the family unit is falling apart. Ну, мы все больше и больше видим, что отношения и между женщиной и мужчиной теряют какую-то систематичность, и что семья вообще как устой, она отбрасывается порой очень часто. Что вы намерены сделать? What I intended to do here in Russia? Well, what we're doing is actually to teach certain principles based on the Christian base. They are principles that are teaching spiritual and moral religious principles which help people in their daily life. Наша цель и задача, так сказать, научить людей принципам, которые в основе своей, то есть они основаны на христианстве. И цель этих принципов, чтобы учить людей использовать их в своей повседневной жизни. It helps people to understand things like purpose of life, how to get the personal experience of God. Помогает людям, так сказать, понять их цель в жизни, понять, поверить в существование Бога. And most of all, these principles are teaching people the necessity of tolerance for other people's opinion. И это учит людей, так сказать, терпимости к мнениям других людей. So I think these principles help people very much in their personal life and to settle their family problems. To manage the relationships with other people. И это, в общем-то, поможет людям, так сказать, устроить их личную жизнь, построить семью на хороших отношениях и, так сказать, устроить отношения с другими людьми регулярно. Вот, я хотела бы вопрос один. Совсем недавно Юрий Бондарев сказал, что самый большой грех для российского человека – это терпение, но добавил терпение к насилию. Что вы считаете по этому поводу? Well, I will say that these principles teaches people value of life.
And when you know a little more about the purpose of life and the reality of an afterlife, you value this life completely different from what you do if you don't have this understanding. И, в общем-то, эти принципы, они учат именно людей тем ценностям, то есть как оценить свою жизнь, в чем ценность жизни. И, так сказать... These principles are not just based on... Consider that I didn't understand the question. Oh, sorry. Я по поводу терпения к насилию российского человека. Yeah, but this also, when you understand the value of life, you also can understand that violence is not a thing that is tolerated. И когда вы поймете, в общем, ценность жизни, вы поймете, что насилие — это та вещь, которую нельзя терпеть. Because violence itself, when you see the effect on your own spirit, you will see that by harming other people, you create actually more damage to yourself than you do to the other people. Вы увидите это на примере своей собственной души, потому что делая вред другим людям, вы просто поймете, что это создается, то есть создает разрушение для вас самих еще в большей степени. Ну, мы говорим не о том, что я буду делать вред другим, а о терпении к тому, что делают другие насилия. Ну ладно, оставим эту тему. Вы собираетесь публично выступать? I'm going to have some public statements here. Well, public statements. What I mean is that when I talk about tolerance, it is, for instance, between different spiritual groups, religious groups, many times a lot of violence come out motivated from religious principles, because often there is very little tolerance there. Он говорит, что очень часто между различными религиозными группами, именно на религиозной почве, так сказать, возникает насилие, как ни странно. И мы как раз говорим о терпимости вот как раз друг к другу, как религиозных групп. We are doing a very much international interreligious work to find a common base where we can work together and not so much center on the things we disagree about. Мы как раз проводим очень много межрелигиозной работы и стараемся найти какую-то общую базу для всех религий, на которой они бы смогли объединиться. Ну что ж, спасибо вам большое, что за ваше желание помочь нам. И вы, наверное, хотели бы сказать, где можно услышать ваши проповеди. We have here in Lisan started study groups every Wednesday evening, and we also have Sunday service. I guess you can just maybe lift up the sign so people can see. Мы в Рязани действительно начали учебную с того, что начали вести учебные группы по средам в 7 вечера, и у нас также проводится воскресная служба в 11 утра в воскресенье. Это в клубе строителей. Так что, если кто заинтересован, то может приходить. Спасибо вам большое. Спасибо за желание помочь. Всего вам доброго. И спасибо за поздравления. Ну а мы продолжаем нашу программу.